зачем ты подставляешься им? Нет, нет. Он не может? Нет, не может. Это тот же самый уровень. На том же самом он не делает. Ничего не делает. Он может стрельнуть, да. Это наш? Ваша. Вы тоже на тот же уровень можете. Нет. Извините. Руки прочь. Да. Я молчу, молчу. Я как рыба блёт. Я же воды пытался налить. Кому надо налить? Воды кому-то надо. Ну чё, задумался бродяга. Окей. Вперёд, легионеры. Вы сейчас. Давайте, ну давайте. Аишка, а мы его не можем. А еще раз, если вот это вот станет пешка. Она становится той фигурой, которая хочет. Но вас, если вы станете чем-то, вас вот эта пешечка может съесть. Да. Если хотите. Но я рекомендую стать. Но становиться можете. Нужите. Нужите. Ну, мы не торопимся, правильно? Ах, вон они какие. Так, Аишка, у нас тоже лошадь есть. Угу. Которая конем называется. Только она пойти не может никуда, да? Не стесняйся. Нет, можешь, да. Давай. Мы королеву не открываем? Нет. Ничего не открываете. Так, надо ну-ка, нет, не бушуй. Не вот дети напились и бушуют, а? Говори. Так, ну-ка, зайдите. Хорошо. Под конем. И что, все? Ну, пока что так. Как-то так. Ну. Пешку. А чё пешку? Подставляться будете. А, нет, так вы же можете, потому что она на том же самом уровне будет, нет? Вот если вот сюда пойти. Да. То есть ты это не можешь? Не могу. Не можешь. Не боись, ходи. Дальше конём. Нет, тогда они вот это вот сожрать могут. Так. А мы давай выдвигать. Открывать вот это. Ну давай. Никто нас там сажать не собирается? Нет, есть. Вот этот нас сажать может. Ёкалэмэнэ. Скажи, мы не заметили, такой подлец, да? Ты что, записываешь? Нет. Все. Наша очередь. Ваша очередь. Я пишу, а не записываю. Да, пойдем. Давай. Куда поставь? Куда? Ну и сюда пойдем. Аишка, это что было? Это было все. Что это было? А мы можем? Все, что было. Мы ее можем вот так? Сейчас еще нет. Вы никак. Почему? Качено, вы не можете сейчас ничего. А вот этой? Нет. Сейчас не вы, сейчас вот они ходят. Нет, ну а сейчас? Ну подожди, сейчас вот, может быть, те тоже подтянутся. Захотят что-то. Может быть, этот, как на бесплатную добычу. Как там, на подранка-то. Или нет, он прямо ходит сюда, да? Ага. Он защищается, вот так. Хитрые. Ну, давайте. Смотрите, у вас надо что-то думать. Что я бы рекомендовал, знаешь что, поставить... А вот можно, вот я рекомендовал бы вот так поставить вот эту фигурку, да, чтобы, во-первых, и защитить, и защититься. А я бы не рекомендовала. Ну ладно. Вы уверены, что... Подожди, а не, а стой, вот стой, стой. У них, у вас конь этот бесплатный торчит. Вам надо коня убирать. Я же его скушаю. А почему ты его скушаешь? А потому что он бесплатный. А вот так я пойду и скушаю. Да. А так можно? Раз? Можно, да, это ферзь. Он как снежинка, ну, во все стороны. Ну тогда коня надо убирать оттуда. На коня убирай. Что-что? А, ну да, ты можешь, да, если ты туру можешь поставить вот сюда. И все, и мы перекинем. Да, и все, и замечательно. А она может ее? Нет, не, она может, но не будет. Почему? Потому что ферзь дороже, чем тура. А, чтобы мы не съели. Ну мы же назад не можем. Турой. Куда она встанет? Ну, если вот она встанет съест, сюда, вот тогда... Съест. А, вот это съест. Да. Вот это съест его. Ферзя. Короче так, ферзем она не будет вас кушать пока что. Но вы ее, видите, поставили под удар от ферзя. То есть ей сейчас нужно выбирать. А кто кого может сожрать?
Так, подожди, а как? Ну, она может, но эта фигура защищена конем. Вот, сейчас она напала на вашу пешку. Ну, типа. Типа. Так ход-то твой? Сейчас мой ход, да. Сейчас я думаю. А что у нас все время на нас нападает? Почему на нас не нападает? Конечно, что такое замешает здесь? Че, в центр? Центр, ну. И на кого стоим? И на кого? Все равно. Ферзь. На кого ему? Маришка, а мы его кушаем? Да, кушайте, конечно. Зачем вам нужен ферзь? Вот она сейчас своего ферзя поставит. А сейчас следующий ферзь нас кушает, да? Подожди, не, поставь. Ты это... Что за это? Много вас здесь. Ладно, давай мы тоже... Выдвигаемся. Немножко. Немножко, правильно. Очень правильно. А почему ты не кушаешь? Я еще не могу. Только по диагонали кушает. Только по диагонали кушает. То есть мы немножко вот так сделаем. Теперь наш ход, да? Да. Ну, ваш ход. Ну, теперь мы можем съесть, но нас потом съедят. Могут. That's okay? That's okay, да. И меняйте на вашу. Ваш красный. Какая боль идет, да? Беленькие. Ваше слово, товарищ Маузер. Я побывал по чуть-чуть. Аиша, что-то надо делать. Слушай. Кого-то надо кушать. А, смотри, не, вам нужно защищать коня, потому что он не защищенный от вот этого ферзя. А как? Так его съедят потом? Кто? Это ты думаешь так, а они могут не съесть. Ты же не знаешь всех этих. Так а если мы его выставим, а мы можем его сюда? Вот сюда поставить. Почему сюда? Ну, удобно. Почему он так ходит? Не под защитой. Не что? Ну так вот под защитой, да. Да. Если что-то его съест, то... То есть, видишь, в этом случае вы напали вот на эту пешечку. Да. Не, они потом вас съедят. Потом нам тут попортят кровь. Ну ладно. А что вы не едите? Да. Кушать надо. А мы решили пока. Посмотрим. Бобры. Соня сказала. Так, а что вот с этим ферзем, который там стоит? Его можно убирать куда-то? Зачем? Он может ходить, может в разные стороны. Видишь, вот, вас... А слушай, а что вы этого ферзя не съели? Не хотели. А видишь, сказала, ваш, не будем. Ваш ферзь цел. Так вы можете вот этого съесть, правильно? Нет? Можете, только не нужите. Почему? А зачем? Нас съедят там вот тогда. Да? Да? Да, да, все, да. Ну так а что стоять тогда, как нет, это так... тополь на плющике, что я чуть не поняла. Да, какой да, толк тогда с него? Если... Сейчас, да, да. Я думаю, что вам надо отойти. Да. Не, я думаю, что ферзем надо отойти. Ой-ой-ой. Это вам за то, что вы не съели ферзя. Да. Ах, вы так. Да, мы вас посидели, а вы против нас. Ну, это доброта. Да. А ты можешь вот это вот раз? Не, поставь на место. Они уже сходили. Белые ходите. Вы, а, белые ходят. Вы ходите. Это так... же наши же. Наши. Так надо как-то различать. Ну да, различай пока надо что так. Надо фиолетовое. Надо покрасить его. Это деревянные, видишь? Серебряные. Ой-ой. Это на внимательность. Аиша, кого будем кушать? Давай мы вот эту скушаем, а потом... А как вы скушаете? Не, вот вы вот эту скушаете. Ну вот я и говорю, ее скушать. И тогда нас скушают. А нас вот этот скушает. Кто? Вот этот. Нет. А он по диагонали только? Только. Придумывай. Нам. Ну вы уже скушаете ее или нет? А как уже? Он уже приехали. Ах же ж вы. А я тебе говорила. А вам говорили. Ждали. Доброта это в изумрудном городе пускай будет. Художники тоже мне. Коня выдвигаете. Надо как-то уходить. Откуда? От кого? Ну вообще. А мы можем? Мы можем сюда встать. А, нас вот это. Не-не, сам. Нападать. Я бы рекомендовал тащить какого-то нибудь фигуры вперед, концентрироваться где-то нибудь. Ну вот коня выдвигайте. Или пешку хотя бы двигайте, или лошадь что-то. Лошадь выдвигайте. Не нравится мне это. Очень такой. Как красный этот бык с красной ленточкой, да? Ну подвинем куда-нибудь. Сейчас ходит наша очередь. Кто сейчас ходит? Они вон эти думает. Тормоза ходят. Ну не надо тут вешать эти ярлыки. Я не ярлыки. Спокойно. Хорошо.
Это медленный, это не тормоз, это медленный газ. Туда или туда? А сходи куда-нибудь. Ну сходи уже куда-нибудь. Вася, так, не бушуй. Надо раскидывать эти. Так, все. Уже остановить где-нибудь. Так, я хожу. Мы сейчас его это не наше. Это не ваше. Это не абсолютно ваша. Ничего не ваше. Ну. Вашего тут ничего. Нет. А ты не можешь вот это и вот этого срезать? Не могу. Почему? Это на том и том же уровне. К сожалению. Вот это все время забывает. Ну так я и говорю, что это не забывайте, что на одном и том же уровне оно не рубится. Ну. Ну. И наши колени сажут. Меньше. Ходы? Я не знаю, надо, ваш да, ваш. Вот, надо убирать. А вот куда убирать, так чтобы. А он может аж вот сюда? Нет, перепрыгнуть он не может. А вот сюда? Нет, он не, может, конечно, сюда. Срубить. А просто срубить. Ну, так шахматы играют, да? Они просто заменяют на то же место. Я что-то уже... Это шашки перескакивают? Да, да. Шашки, да. А, у меня все со шашками. Ну, вот замечательно. Ну, замечательно. Какие шашки? Чапаев, да. Чапаев. Ну, женщина, сделай волевое решение. Думаем, думаем. Что там, куда торопиться? Семен, Семен, что ж корову проигрываешь? Уже пойди чем-нибудь. Да, корову. Вот уж не в преферанс. Ну ладно, нормально это все. Ну? Долго! Надо раз-раз забрал, победил! Раз! Кого он фотографирует?